Когда мы начинаем, уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня мы проводим очередной туморборд. Сегодня мы его проводим с нашими старыми друзьями, ведущими экспертами в области онкоурологии Александр Кутиков и Ричард Гринберг, которые являются ярчайшими представителями онкоурологии и работают в Fox Chase Cancer Center в Филадельфии. Я напоминаю, что наш туморборд проходит при поддержке Американско-Азиатского альянса по онкологии, при поддержке онкологического центра и организован Российским обществом онкоурологов. У нас будет синхронный перевод, поэтому я прошу это учитывать во время выступлений. Синхронный перевод, и в чате можно задавать вопросы. Туморборд будет записан, и его можно будет посмотреть на нашем сайте Российской ассоциации онкоурологов. Ввиду того, что разница во времени между разными регионами России очень большая, не все могут к нам подключиться даже сейчас, поэтому мы в записи также некоторое время его будем показывать. Поэтому мы, наверное, можем начать. Я приветствую наших гостей, профессора Гринберга и профессора Кутикова. И я думаю, что мы начнем с презентации. Наш научный сотрудник в области рака полового члена представит случай. Затем мы можем его обсудить или сразу два случая и обсудить их два сразу. Это уже как вы решите, как решат наши эксперты. Поэтому, Айбек Халмурзаев, пожалуйста, первый случай. Добрый день, уважаемые коллеги. К вашему вниманию мы хотим представить успешный опыт лечения пациентов с четвертой стадии рака полового члена. Хотелось бы обсудить возможности лекарственной терапии, эффективность паллиативной циторедуктивной операции во избежание фатальных осложнений, таких как эрозивное кровотечение и тяжелых инфекционных состояний. Первый случай – это пациент 44 лет, рак полового члена. Рак полового члена имеет ВПЧ-ассоциированный рак, метастазы в паховые и тазовые лимфатические узлы справа. Осложнение данного состояния – это некроз массива паховых лимфоузлов справа, прорастает кожу с образованием инфицированной фистулы. Пациент обратился с жалобами на гнойные выделения паховой области справа, ограничение движения правой нижней конечности, боли в паховой области справа, купируемые анальгетиками, повышение температуры тела до 39 градусов. Как видно из картины, при локальном осмотре опухоль головки полового члена размером 3 на 2 сантиметра на широком основании занимает практически всю правую полуокружность головки, имеет экзофитный характер роста, оттесняющий крайнюю плоть, с эпизодами кровотечения из опухоли головки полового члена. Также в паховой области справа фиксированные кожи и к паховой связке опухолевый массив конгломерата паховых лимфоузлов размерами 7 на 6 сантиметров. Пациенту проводились ежедневно санационные перевязки с удалением инфицированных некротических масс в правой паховой области. В крови сохранялись высокие показатели лейкоцитоза. Из-за инфицированного метастаза был получен высеян грамотрицательная флора. Пациент способен лишь был к ограниченному самообслуживанию. Основное время проводил в постели за счет выраженного болевого синдрома и наличия огромного конгломерата в паховой области справа. В данном случае пациенту показана циркумцизия, ампутация головки полового члена и неоадъювантная химиотерапия. Однако обнаружены высокие титры гепатита С, что изменило немного нашу тактику. Вот на данном слайде видно, что по данным позитронно-эмиссионной компьютерной томографии конгломерат паховых лимфатических узлов
с высоким накоплением радиофармпрепарата, а также подвздошные лимфатические узлы и бедренные лимфатические узлы. Пациенту была начата противовирусная терапия рибавирин 800 мг внутрь ежедневно, интерферон альфа по 3 миллиона ежедневно, далее 3 раза в неделю в течение 20 недель. Уровни РНК вирусового гепатита С в сыворотке крови были измерены до и после и во время терапии противовирусными препаратами. Был отмечен значимый эффект улучшения, снижения именно уровня РНК вируса гепатита С, после чего пациенту было проведено 2 курса неоадъювантной химиотерапии, карбоплатин первый день и паклитаксел первые, 8, 15 дни, на фоне которого произошла полная регрессия. Мы получили хороший ответ. Опухоль на головке полового члена она практически исчезла. Паховые лимфоузлы уменьшились с 1 до 1 сантиметра. Так как первичная опухоль не определялась на головке полового члена, после лекарственной терапии было принято решение изменить объем хирургического вмешательства и выполнить циркумцизию, паховую, тазовую лимфоаденэктомию с 2 сторон. В последующем пациент получил адъювантную химиотерапию по той же схеме и в тех же дозировках. Последний курс химиотерапии у пациента был выполнен в апреле 2017 года. И если посмотреть на картинку, то видно, что на головке полового члена ранее определялся до 3 сантиметров опухоль, она исчезла, и это полная ответная терапия, и в области, и через 5 лет после наблюдения в паховой области, а также в области первичного очага нет данных за рецидива и продолженного роста. В этом году пациенту была выполнена позитронная эмиссионная компьютерная томография, по данным которой нет данных за прогрессирование заболевания. Единственное, на то, что мы обращаем внимание в течение 3 лет, это на левую паховую область, это та сторона, где абсолютно не было поражения, имеется небольшое накопление в рубцовых тканях радиофармпрепарата с размерами 7 на 10 миллиметров. Неоднократно брали цитологические мазки, результат которых нам не подтверждает, что есть данные за опухолевое поражение. И на сегодняшний день прошло уже 5 лет с момента начала лечения. Пациент жив, без признаков рецидива и прогрессирования заболевания. Полноценно работает, вернулась сексуальная активность, не ощущает косметических или функциональных нарушений. Пациент находится под тщательным наблюдением. Гистологически мы получили результат, это плоскоклеточный рак из 45 удаленных лимфатических узлов. В 12 были обнаружены метастазы плоскоклеточного рака с 3-4 степенью патоморфоза. Это был первый случай. Discuss the first case or shall we move on? Коллеги, как мы будем двигаться? Обсуждаем первый случай или переходим ко второму примеру? Ричард, пожалуйста, что вы думаете? Ну, слушайте, ничего лучшего себе даже и представить нельзя. Да, зачем работать над вторым случаем, когда вы работаете так прекрасно над первым? Это просто божественная работа, вы просто боги, боги. У меня пара вопросов. Почему карбоплатином, а не сисплатином в этом случае? Почему мы выбрали именно... Почему карбо, а не цис? Почему карбо, а не цис? Что у него, почки? Было принято решение, что это может воздействовать как и гепатотоксичность, и мы боялись в основном вирусной инфекции. Вот, с этим было принято решение назначить карбоплатин с паклитакселом. И потому асфосфамид тоже не дали, из-за этого? Нет, мы не, нет, да, только из-за этого. Okay. Отлично, это, так, такое в моей профессиональной жизни не видел, чтобы так все ушло.
это... Да, полный ответ. У пациента сохранилась головка полового члена. Изначально была тактика направлена на то, что было рекомендовано гланцэктомия или паршал, частичная ампутация полового члена. Но на фоне проведенной химио-иммунотерапии мы получили полный ответ с хорошим... Да, великолепно. Но иммунотерапия была направлена против гепатита С, как я понимаю. Да, да, да. Иммунотерапия была направлена против гепатита С. И также мы видим положительную динамику снижения вирусной нагрузки. Интересно. Very interesting. Ну, давайте мы... Да, очень интересно, по-другому не скажешь. Сразу перейдем тогда ко второму случаю и обсудим, может быть, потом оба случая. Второй случай – это пациент 40 лет, поступил к нам в крайне критическом состоянии, тяжелом состоянии, с диагнозом рак полового члена, клиническая стадия Т2Н3М1, множественные метастазы паховые и тазовые лимфоузлы, а также в легких, 3 очага до 1 сантиметра, опухолевый массив паховых лимфоузлов справа с формированием опухолевого тромба в бедренной вене с переходом в наружную подвздошную вену. Осложнение данного заболевания, как видно из картинки, это неоднократные эпизоды кровотечения из массива паховых лимфоузлов, что привело к жизнеугрожающей анемии, а также к септическому состоянию, источником которой являлся инфицированный данный массив. Всю паховую область практически занимал конгломерат, массив конгломерата паховых лимфоузлов с признаками прорастания кожи, кожи мошонки, кожи полового члена. И также были, пальпировались в левой паховой области множественные лимфоузлы до 3 сантиметров. Пациент поступил к нам с гипотензией, с гемоглобином 4 и высокими показателями лейкоцитоза. Имелись также метаболические нарушения у данного пациента. Пациент совершенно не способен был к самообслуживанию, он был прикован к постели, и с высоким анестезиологическим риском мы пациенту выполнили хирургическое вмешательство. Вот по данным компьютерной томографии определяется массив метастазов по направлению наружных подвздошных, внутренних подвздошных сосудов, а также в обтураторной ямке. Имеется огромный массив опухоли в правой паховой области, а также в левой паховой области. Здесь также вовлечена стенка бедренной вены и кожа полового члена. Сейчас на коронарных срезах мы сможем увидеть наличие опухолевого тромба в бедренной вене. Это вот массив сам, который занимает практически с переходом на подвздошную область паховую область и верхний треть бедра. Опухоль размерами 18 на 12 сантиметров. Также имеется муфтообразно охватывает внутренние и наружные подвздошные сосуды. И вот тромб в просвете бедренной вены. Пациенту была выполнена операция в объеме ампутации, частичной ампутации полового члена, широкое сечение массивного конгломерата с лимфатическими узлами, двухсторонняя пахово-бедренная лимфодиссекция, в результате которой образовался большой дефект, кожный дефект. Но данный кожный дефект был укрыт кожно-фасциальным мышечно-ректоабдоминальным лоскутом. И вот конечный вид данной операции. Также был удален опухолевый тромб в бедренной вене, вот опухолевый тромб, проксимальный конец которой находился в начальных отделах наружной бедренной вены. Это опухоль полового члена и конгломерат лимфатических узлов. Результаты гистологии нам показали, что это плоскоклеточный рак полового члена со степенью дифференцировки G3, бородавчато-базалоидный,
подтип опухоли. В спонгиозных и лимфатических сосудах имелись раковые эмболы, имелась также лимфоваскулярная, периневральная инвазия, опухолевый тромб в наружной подвздошной вене, бедренной вене, имел аналогичное строение плоскоклеточного рака. Из 32 удаленных лимфатических узлов метастазы в 15 были метастазы плоскоклеточного рака. После проведения купирования сепсиса, коррекции анемии, улучшения общего состояния больного на фоне интенсивной терапии, нам удалось начать химиотерапию на 12 сутки после операции. Первый курс ведения был именно на 12 сутки. Мы ввели пациенту в редуцированной дозе цисплатин в первый день паклитаксел, первые 8 дни. Всего пациент получил 6 курсов химиотерапии, и после окончания курса химиотерапии выполнена контрольная позитронная эмиссионная компьютерная томография, по результатам которых очаги в легких, как и справа, и слева, без динамики, они не увеличились и клинически на данный момент незначимы. Это вот окончательный вид уже через 7 месяцев. Надо сказать, что лечение таких пациентов требует мультидисциплинарной, слаженной командной работы в составе врачей-хирургов, реаниматологов, анестезиологов, пластических хирургов и химиотерапевтов. И на сегодняшний день через 7 месяцев пациент активен, находится дома, может выполнять легкую физическую нагрузку, жив без признаков продолженного роста и рецидива, а также прогрессирования. Спасибо большое. Я думаю, что начнем, наверное, с вопросов. Если у наших экспертов, профессора Гринберга и профессора Кутикова, есть какие-то вопросы по случаю, и потом комментарии. Был разговор дать химиотерапию до операции? В данном случае состояние пациента не позволяло проведение химиотерапии до операции, потому что он поступил практически в шоковом состоянии с гемоглобином 4, с лактатоацидозом и в септическом состоянии. Вопрос стоял в первую очередь о удалении именно массивного кровоточащего очага, и септического очага, который угрожал жизни пациенту. Понятно. Да, в Америке, конечно, здесь у нас мы просто такого не видим. Почему мы не видим? Потому что, во-первых, в основном население проходило обрезание в детстве. Так что здесь, как вы знаете, мальчиков почти что всех, по-моему, больше 70-80% они проходят обрезание. Так что даже в раковом корпусе, как наш, которым мы видим полно раков любого, у нас меньше, чем 10 пациентов с раком полового члена в год. Чтобы вот так вот в четвертой стадии с такими лимфоузлами, просто я никогда в своей карьере не видел, я не знаю, Ричард. You've seen something like this in your career? I mean, you've been, what, 40 years now? Ричард, вы уже 40 лет в этой области. Вы что-нибудь такое видели подобное в вашей карьере? Я видел пару случаев, когда еще учился, 40 лет назад. Вот 40 лет назад у нас такое было. Да. Это были тазовые лимфатические узлы. Но там терапии не было никакой, там ничего не было, понимаете. То есть они просто прогрессировали и умирали из вот этого очень распространенного рака. Большинство, кого я видел с распространенным вариантом, они были в основном латиноамериканцы, которые приехали из каких-то субтропических регионов, из Пуэрто-Рико, из каких-то таких вот мест, где обрезание не выполнялось, где это не традиция. И, соответственно, я помню моего первого пациента. Это был пациент, которому было 37 лет, понимаете? И это была частичная пенэктомия, билатеральная диссекция лимфатических, все, что неплохо. Но у нас не было системного ведения, понимаете? То есть мы не должны были быть хирургически агрессивными в этой ситуации. Потому что, как меня учили раком полового члена, понимаете,
это все равно, что, как так сказать, это было очень давно, и, в общем-то, это даже и не было нужно до такой степени. Понимаете, я помню ультразвук, КТ-сканы, то есть все скорее клинически даже делалось, понимаете, клинически. И я никогда не видел вообще IVP в своей жизни, понимаете. И, соответственно, мы получали нефротомограммы, пытались сделать эту оценку. Ну, то есть, понимаете, вот так. А сейчас, да, я вижу, что используется системная иммунотерапия. В общем и целом, после плоскоклеточных раков. Есть пара исследований в Соединенных Штатах. Большинство, которые начинали эти протоколы, как правило, это был один протокол с иммунотерапией. И, как правило, это было ближе к мексиканской границе, то есть мы понимаем, что люди скорее поступали из южноамериканских, центральноамериканских регионов, да. Университет Флориды этим занимался. Это тоже один из центров, где есть такой определенный поток пациентов, скажем так, да, чисто географически. Но я думаю, что есть несколько протоколов, которые могут оценить как раз плоскоклеточную в общем и целом и показать даже эффективность использования ипилимумаба в комбинации, которую можем использовать в лечении этих пациентов. Мы не лечим, как онкологи. Нет. Это будут лечить наши коллеги, медицинские онкологи. Но я думаю, что есть определенная эффективность в использовании вот таких комбинированных вариантов, говоря о типе терапии против плоскоклеточного вообще. И я ожидаю, что, скорее всего, пенильные и плоскоклеточные, они будут вести себя одинаково, также одинаково. Не знаю, что я еще могу сказать, наверное, относительно того, что у нас нет практически опыта, у нас нет такого потока пациентов. И я, честно говоря, рад, что такого нет, потому что понятно, что операцию, которую хочется делать. Я люблю оперировать, но вот такую операцию не знаю. Это, наверное, только врагу можно пожелать такое, да, чтобы кто-то поднял руку и сказал, можно я возьму, понимаете. Я считаю, что оба случая потрясающая работа, и то, что приходит в голову, это то, что, понимаете, это вам повезло, вы лучше, чем хорошие, понимаете. Это в Америке аналогия того, что вы просто боги, понимаете, поэтому я считаю, что по-другому сказать нельзя. Пациентам повезло, что они выжили, пациентам повезло, что пока прогрессирования нет, и я вижу, что, безусловно, это такая русская выдержка, такой русский мощнецкий характер, понимаете, септический шок, а вы его тащите. Ну и, в общем, конечно, да, это невероятно. Это еще раз подчеркивает непобедимость русских во всех отношениях, с чем мы вас и поздравляем. Вы, ребята, просто мощнейшие хирургические титаны, поэтому мы рады за ваших пациентов. И посмотрите, еще 3-4 пациента такие, как этот. И я думаю, что вы просто выиграете Нобеля, я считаю, да. Это все, что могу сказать. Алекс? Yeah, Dr. Richard, I mean, да, действительно. Мы не видим таких распространенных случаев, я должен признать. Есть, конечно, большой энтузиазм. Ну, давайте так я скажу. Какие у нас клинические вопросы здесь? Это скорее кожные. И доктор Пэдэвэй из МД Андерсона инициировал. То есть вот это Спис и Моффетт, то есть вот примерно эти варианты. И мы также открывали на 6 месяцев, но никого не включили, потому что пациентов просто нет, понимаете? Мы открыли у себя, но не набрали. Ну, просто это говорит о том факте, понимаете, вы приглашаете нас как экспертов, но вы, ребята, эксперты, понимаете, вы эксперты. Ваша экспертиза, это просто невероятно. И, собственно, у нас просто нет даже такого опыта, мы просто потрясены, понимаете, потрясены. Но исследование, которое мы инициировали, это было международное исследование, там, ну, не знаю, оно, наверное, может быть, и в России было открыто, я, честно говоря, не знаю, может быть, в Европе где-то. Но фактически для тех пациентов, которые давали N1 и N2 заболевания, и, соответственно, их сразу рандомизировали на хирургию, дали на химиотерапию. То есть я вижу, что мы, видим, фосфамид вы использовали, понимаете, у вас здесь рекомендации, собственно, это рекомендации практически как в NCCN, вот и все. Паклитаксел, таксон, афосфамид и цисплатина, платина, цисплатина, то есть, собственно, все.
И я вижу, чтобы вы фосфамид не использовали. Почему? Почему? Вот, собственно, мой вопрос. Почему фосфамида нет? Но в этом исследовании вы рандомизировали напрямую между хирургией и сразу химиотерапией, и затем уже хирургией по сравнению с химио, потом лучевой и потом только хирургией. Вот так. То есть три группы. Хирургия, химия-хирургия и химия-лучевая хирургия. Вот в таком порядке. И дальше, ну, это зависело от стратификации риска, мы получали рандомизацию на диссекцию и отсутствие диссекции лимфатических. Понимаете? Но это тоже дихотомия. Вообще, стоит ли проводить диссекцию лимфатических? Понимаете, вот такие пациенты, я могу сказать, вторые случаи, например, понимаете, они попадают в онкологические центры в Соединенных Штатах. Но энтузиазма нет оперировать, понимаете, по очевидным причинам, да. И, понимаете, ну, такие случаи пенильные, они возникают, как правило, да, это молодые пациенты. Пенальные, это, как правило, вот такие лидеры, как Эдскинс и Пенуэй. Понимаете, пару лет назад фактически у нас была инвазия в парапубикальное пространство, понимаете? И мы отписывались, понимаете, чтобы отойти от этого пациента. Вот, то есть на самом деле вполне был резектабельный очаг, и брать не хотели. Из моего опыта, да. Это, в общем-то, конечно, ужасный вариант заболевания. Поэтому, безусловно, здесь мы не можем рассчитывать на многое. И, как правило, это быстрое завершение. Как в первом случае, например, понимаете? Я, наверное, видел пару таких выживших пациентов, которые вдруг неожиданно, да, понимаете, прошло 6 месяцев, прошло 6 лет, и он все еще жив, вот так. Но это, конечно, необъяснимо, особенно если это молодые пациенты, конечно же. Мы пытались сделать все, что можно. Спасибо большое за ваше мнение, ваши комментарии. Я хочу сказать, что, к сожалению, мы сейчас референсным центром для таких пациентов. Мы оперируем приблизительно одного больного каждую неделю. Это не самый плохой случай. Просто остальные случаи страшно показывать. Потому что они требовали во многих случаях стентирования бедренных сосудов. Как осложнение, иногда приходилось пациенту ампутировать нижние конечности. И в этой связи у меня вопрос ко всем. Существуют разные подходы при необходимости протезирования бедренных сосудов. Есть то, что называется extra-anatomical графтинг, чтобы протез не проходил в зоне инфицированной, и неплохие результаты публикуются некоторыми авторами, которые анатомикал протезирование. А мы в своей практике применяем обычное протезирование, не без осложнений. Но, тем не менее, довольно успешными исходами в конечном итоге. Поэтому вот вопрос, я не знаю, может быть, с учетом того, что у вас действительно мало этих пациентов, это немножко сложно будет вам ответить, но, тем не менее, в Америке какой подход применяют протезирования, экстра-анатомикал или... Ричард, что ты скажешь? Мне кажется, ни такого, ни другого опыта у нас нет. Ни того, ни другого. Просто нет такого опыта. Мы не видим этого. То есть, представляете, заместить подвздошные вены и артерии для пенильного рака, мама родная. Да мы такое просто даже не видели, понимаете?
Ну, то есть и такие поздние стадии, понимаете, даже такие поздние стадии, мы этого не видим. Да, это просто фантастика, просто фантастика. Мы просто не видим таких примеров. Я думаю, что это объясняется тем фактом, что, как, собственно, Алекс уже сказал, мы видим этих пациентов, как правило, на более ранних стадиях. Но поскольку, так сказать, есть определенная система в Соединенных Штатах, которая, скорее всего, скажем так, это семейные врачи, это терапевты, рутинно приглашают пациентов, и они их быстрее вылавливают. Все-таки какая-то диспансеризация есть, и, скорее всего, это может быть чуть больше образования и, так сказать, несколько озабоченность, что, может быть, что-то не так выявит члены, и, соответственно, я не знаю, может быть, в России вы видите подавляющее большинство этих пациентов, которые приходят именно с запущенной формой заболевания, понимаете? Ну, то есть мы знаем эти поджилые с некритизирующими опухолями, когда мы видим такие вот тромбы в подвздошных, в бедренных сосудах и так далее, но мы не видим этого сейчас. У нас на этом этапе пациентов практически нет. Я никогда не видел экстракорпоральный графтинг, понимаете, вообще не видел ничего подобного, вообще в природе не видел экстракорпоральный графтинг, поэтому, да, было бы интересно взглянуть, но у нас просто этого нет. И я бы немедленно побежал к сосудистым хирургам их вызывать, потому что даже было сложно бы себе представить, как мы провели бы такую операцию. И количество случаев, я не знаю, это можно было бы пересчитать на пальцах одной руки за всю карьеру. Поэтому, безусловно, сосудистые хирурги, им тоже не нравится идея искусственного графта где-то там по центру абсцесса. Понятно, что это, в общем-то, не радует. Но в то же время, понимаете, это спасение жизни пациента, и мы потом должны будем иметь дело с этими последствиями. Поэтому, как, собственно, Алекс уже показал, ну, то есть лично я, собственно, не видел многих случаев таких, то есть и хирургически таких агрессивных вещей мы не видели, таких распространенных мы тоже не видели. Соответственно, использование доступности системной химиотерапии. И сейчас также иммунотерапия, вот, собственно, я уже говорил, для более распространенной формы заболевания, да. Большинство из них погибают менее чем через 6 месяцев, не более полугода, если это метастазирующая форма. Особенно те пациенты, которые не отвечают на первую линию химиотерапии. То есть мы пытаемся, конечно, терапию спасения, но, в общем-то, скорее всего, они все уже погибают к 6 месяцам. Я думаю, что это большая возможность что-то написать, как вы считаете, Всеволод Борисович? Мне кажется, это потрясающий опыт. Это надо написать. Мое мнение, так это просто надо писать, потому что это уникальный опыт, вообще уникальный опыт, представляете? И я считаю, что это будет очень серьезный вклад в, собственно, описание это вот такую практику, то есть то, что имеет место быть, то есть то, что имеет значение, потому что у этих пациентов практически нет опций. И, ну, я просто не знаю, существует ли определенная литература в этой связи с такими распространенными вариантами, с такими распространенными пенильными раками, но я бы хотел сделать замечание, что это внесло бы свой вклад. Ну что ж, какой процент пациентов, как вы считаете, сколько может быть таких примерно? Только два? Или только два успешных? Успешных сколько? Или вы можете сказать, что 10, как такие? Потому что вы сказали, что у вас пациент неделю. Ого, с такими же распространенными формами. Ну, тогда штука это будет 5-10%, 50%, понимаете? То есть если вы в диапазоне 20%, то тогда это нужно обязательно сводить в серию и обязательно публиковать, безусловно. И мне кажется, что это может быть что-то, что заинтересует коллег, они будут учиться у вас. И, соответственно, вы можете это распространять, этот опыт, на другие страны, где есть потребность, соответственно, понимаете? То есть хирургически агрессивно довольно-таки, да? Потому что первый раз, когда мы встречались 20 лет назад, помните, вы мне показывали видео огромного тромба в вене каве, в нижней полой. Ого! Вот это был не тромб, а тромбище целый. Поэтому, да, это была совершенно потрясающая хирургическая техника. То есть такие типы раков, хотя, безусловно, психологически это инвалидизирует пациента, безусловно, но проведение таких операций, вмешательство, то есть работа с последствиями, с долгосрочными последствиями, я считаю, что это стоит того.
Потому что если это от 10 до 20%, то тогда, понимаете, но это если единственные два, которые есть, которые вы хорошо провели за последний год, да, а погибли остальные 50, то, безусловно, это скорее случайная история, да, но можно попытаться экстраполировать это на, в общем-то, пациента в целом, хирурга в целом, те, у кого есть экспертиза, у кого есть желание, команда работать вместе, как вы, для того, чтобы проводить такие хирургические вмешательства. И, соответственно, мы будем эффективны. Спасибо большое, Ричард. У нас есть два вопроса в чате. Первый вопрос. Какая ожидаемая продолжительность жизни второго пациента? Это вопрос, объект, наверное. И второй вопрос. Есть ли какие-то особенности психиатрического анамнеза? По поводу первого вопроса, если можно, я скажу. Ну, ожидаемое... Микрофон включить. Включен, да? Окей. Включено, да, сейчас. По поводу первого вопроса, какова ожидаемая продолжительность жизни представленного пациента? Но, по крайней мере, сейчас у этого пациента нет данных за прогрессирование заболевания, нет продолженного роста, нет рецидива, и он находится под наблюдением каждые 3 месяца. Я думаю, что мы ожидаем результаты как минимум 3 года. И дальше будем еще смотреть. Это все равно будет по мере поступления, то есть здесь уже будет целенаправленная терапия, если вдруг появляется где-то новый очаг, мы будем точно воздействовать на них, как и хирургически, так и химиотерапевтически. И по поводу того, что сколько случаев у нас уже с такими запущенными состоянием было, у нас было 6 случаев. Из 6 случаев один пациент умер. Но он умер через 2,5 месяца, а остальные пациенты все живы и находятся на реабилитации. Получают химиотерапию. А что вы будете думать, если ему было бы 75 лет, а не 45, что бы тогда? У нас максимальный возраст пациента, который подвергся такому хирургическому и иммунотерапевтическому лечению, это 70 лет. Максимальный возраст. Конечно, есть еще не выработаны критерии включения в данный вид лечения пациентов. Должны быть выработаны определенные критерии. Это если диссеминированный пациент, множественные метастазы, то не имеет, конечно же, смысла оперировать этого больного. Или выраженный атеросклероз сосудов, что может привести к нарушениям в послеоперационном периоде со стороны сердечно-сосудистого заболевания. Олег Авасханович, у вас еще были вопросы для дискуссии. Как, насколько я помню, еще раз покажите нам их, пожалуйста. Это вопросы касались в основном иммунотерапии, да? Да. Мы их, по сути, уже обсудили. I did, I mentioned that. But again, these are very small series looking at the, you know, most of the penile cancers. Я уже говорил, что это небольшие серии. Большинство пенильных раков комбинированные. Это редкие опухоли в этой презентации. Соответственно, мы не видим таких целенаправленных исследований. Но метастатическая форма заболевания, пенильные раки и другие плоскоклеточные карциномы, как я уже говорил. Есть данные, которые показывают, это может влиять на этих пациентов, но это краткосрочно. И я не знаю, есть ли какие-то специфические данные о
пенильных вариантах, которые были бы интересны, допустим, 25-30 пациентов с пенильными вариантами. То есть вот это был бы хороший выбор, конечно же. Пенильный протокол. И будет, безусловно, интересно посмотреть на обоих пациентов, потому что мы видим, что это, с одной стороны, локализованная форма, но с другой стороны, системная, которая... И, соответственно, нужно действительно исследовать иммунологический аспект, аспект иммунотерапии, то есть экспериментальные машины и модели. И редкие случаи в Соединенных Штатах, которые, собственно, показывают машины и модели, где также проводятся определенные тесты и рассматриваются иммунологические опции для терапии. И я думаю, что роль циторедуктивной секции с локально распространенной формой заболевания – это то, что мы, собственно, делаем здесь. И я считаю, что это будет системная терапия. И затем, когда они отвечают, рассматривая консолидацию. Что вы думаете? Да, да. В отношении этого есть энтузиазм в отношении неоадъювантной химии. Но говоря об исследовании IMPACT, это международное исследование. Но вот мы, к сожалению, да, не смогли найти. Нужно будет посмотреть, что будет в лучшей последовательности. Хирургия или же химия-хирургия, или химия и лучевая, и потом хирургия. Пока мы не набрали. Генотипирование опухоли – очень интересный вопрос. Вот, допустим, один из этих случаев, который прогрессировал так сильно. Понимаете, вот сейчас, безусловно, у нас есть пембролизумаб, у нас есть возможности посмотреть, работают ли эти опции у этих пациентов. То есть две компании, которые доминируют. Дальше FMI, Foundation Medicine, которые проводят геномное секвенирование опухоли. И, безусловно, было бы интересно посмотреть, есть ли какие-либо таргетные мутации в подобного рода вариантах. Допустим, BRAF или что-то еще, чтобы можно было бы использовать меланомные препараты, например. Потому что можно было бы сканировать опухоль и посмотреть. Может быть, там есть какая-то таргетная аберрация или таргетная мутация, которая, собственно, могла бы нам в этой связи помочь. То есть, да. Ну, Hail Mary, американский футболист. Я думаю, что это стоило бы делать. Допустим, хотя бы на последних этапах даже, просто попытаться, просто посмотреть. Ну, понимаете, 6 случаев – это хороший опыт. Но, понимаете, есть ли какой-то механизм пенильной хирургии? Нам нужно 10 случаев, и тогда мы можем, условно говоря, устроить демонстрацию клинического случая определенной хирургической опции. Это был бы прекрасный механизм. Потому что, на самом деле, парадигма сейчас такая, ну, как минимум на Западе, понимаете? Как минимум на Западе. Может быть, эту парадигму нужно разрушать. Поэтому я думаю, что публикация этих результатов была бы хорошим вкладом. Ну, единственное, о чем стоит переживать, это то, что теперь свои другие страны вам будут своих пациентов присылать. Вот не разгребетесь тогда, не разгребетесь. Ну что ж, Ричард, большое спасибо. Мы действительно и своих имеем большой поток, поэтому не думаю, что нам нужно еще больше. От своих бы не знаем куда. У нас все-таки один вопрос в чате. Алина Китаева не услышала ответ. Айбек Васпанович. Да-да. По поводу второго вопроса, касательно психиатрического анамнеза, так как у нас большой поток пациентов и большая обращаемость в наш федеральный центр, мы проводим исследования, у нас работают психиатры, психологи, чтобы поймать именно ту поломку в человеке, где именно происходит тот механизм, почему. Ну, понятно, что пациент, боясь потерять жизненно важный орган, не обращается долгое время, но запускать себя до такого состояния, это имеет определенное психическое отклонение. Соответственно, у нас проводятся эти исследования, и результаты они скоро будут. Мы обязательно опубликуем эти данные.
Уважаемые коллеги, я вначале забыл сказать, что Абек Авасханович является как раз тем человеком, кто выполняет эти операции, является экспертом в этой области. Это не я, это он. Поэтому все вопросы... Это командная работа, здесь не только я, здесь весь наш коллектив. Это большая команда и пластические хирурги, и химиотерапевты, но тем не менее, с его приходом, активным приходом в этот раздел онкоурологии, пол отделения завалено подобными пациентами. Спасибо, Олег Авасханович. Это очень интересная тематика, уникальная. И я думаю, что мы, конечно, будем ее продолжать. Я не вижу больше вопросов. У нас довольно короткие тумор-борды. В наше время практически истекло. Если Ричард, Алекс, какие-то еще есть comments, еще есть пара минут. Нет, спасибо, Нет, спасибо за приглашение. Это конкретно очень, очень приятно обсудить. И я очень, как говорят, многому научился сегодня. И если там нужна какая-то помощь, упаковать эту публикацию и так далее на эти вещи, пожалуйста, рад помочь. Там, это очень интересно. Я считаю, что да, обязательно надо публиковать. Силвайч, еще вопрос. В чате поступил вопрос, встречали ли вы вторичные злокачественные новообразования полового члена? Да, у нас есть этот опыт тоже, когда рак желудка метастазирует в половой член или рак предстательной железы. Есть такие случаи тоже, мы их наблюдаем и отслеживаем. Да, это мы тоже видим, да. Ну, я думаю, что... Not often. Но также не так часто, не так часто. Я думаю, мы сегодня увидели два интересных случая. Мы оставили остальные случаи на другой тумор-борд. Я думаю, что через какое-то время мы покажем уже и отдаленные результаты по подобным операциям и будем обладать какими-то показателями отдаленной выживаемости. Вот именно у тяжелых пациентов с запущенными стадиями. Я благодарю Ричарда Гринберга, Александра Кутикова за то, что они уделили нам время, участвовали активно в нашем разборе клинических случаев. Я очень надеюсь, что это будет новой хорошей традицией и что вы будете участвовать в наших тумор-бордах ну, с определенной регулярностью, может быть, раз в 3 месяца, может быть, раз в 2 месяца, как это будет получаться. Я всех наших участников, слушателей из всех городов России, не только России, у нас есть и европейские коллеги, которые подключаются к нашему эфиру. Я всех призываю присылать в Российское общество онкологов случаи для последующих разборов. Мы всегда рады участвовать в разборе интересных клинических случаев. Я благодарю еще раз Софию Майкельсон, как руководителя Американско-Азиатского альянса по онкологии, которая поддерживает проведение наших тумор-бордов. Ну и, конечно же, Российское общество онкологов, которое их проводит. Спасибо всем большое. Впереди... Большое спасибо за приглашение к участию. Я надеюсь, может быть, следующий год мы уже сможем встречаться, может быть, уже даже в Москве. Может быть, даже в Москве. И если случайно будете залетом в Штатах, вы знаете, куда зайти. Мы вас ждем, всегда ждем. Всем желаем здоровья, главное здоровье. С наступающим Рождеством, с наступающим Новым годом. Я думаю, что мы обязательно еще увидимся, и не только в интернете, а in person. Всего доброго. Всем большое спасибо. До свидания. До свидания.